Тера Кейгеля, что значит по-эстонски «здравствуйте». Здравствуйте. А говорим мы сегодня вам так приветствие, потому что сегодня мы направляемся в Таллин. Таллин. Эстонию. Едем самим посмотреть и вам показать. Едем дальше? Едем дальше. Едем дальше. Выехали мы на кат. 390 километров у нас до Таллина, показывает навигатор. Татьяна заваривает кофеечек. Делаем бутерброды и в путь. Life gives you to run around, you say. You wanna know how much dues must you pay? Well, you can have what you want to. Where there's a will, there's always a way. Keeping your eyes on that mountaintop, one step at a time. Don't ever, ever stop. When your mind says quit, dream on till you find you're living it. I'll be right by your side. Yeah, baby, keep on. Don't stop till you win your prize. Lean on all the love that's in my eyes. You're a diamond to me. Yes, you are. Shine on. Shine on. Ехали в Ивангород, в ряд идут одни заправки. Да? В Европе бензин в два раза дороже. Мы здесь пополним тоже запасы бензина до полного бака. Едем на таможню. Вот Ивангород. Ну как ваши впечатления? Ой, дорога сказка вообще очень красивая. Уже начала листва окрашиваться. Поэтому очень-очень красиво. Да, дорога. Все в предвкушении. Да, полпути пройдено. Осталось только постоять нам в очереди, нас запустят. Там мост идет через реку Нарва. И за рекой уже Эстония, Европа. Да, он неприятная такая вот мелочь, но все равно. Он там фур сколько стоит. Неприятная мелочь, что вот оказывается, не поменяешь валюту на русской стороне. Зато эстонскую, как только заезжаешь, сразу три обменника будет. Но будем надеяться, все будет хорошо. В каком красивом месте расположен пропускной пункт. Да, вообще шикарно. Крепость эстонская напротив русская. Вообще. Это наша, это крепость Ивангорода. Это наша крепость. Со стороны России. Красота такая. Давай я здесь сниму. Древность. Еще до Ивана Грозного построена. Иваном Третьим. Иваном Третьим. Наверное. Прошли мы русский контроль. Стоим на нейтральной зоне. Магазин Duty Free. Наша крепость там Российской империи. А вон там уже набережная Нарвы. Река Нарва, город Нарва. Ну как? Да. Слушай, ну проще, чем в Китае на самом деле. Без очередей в этом плане. Очень вежливо, очень вежливо. Очень по сравнению с нашей Благовещенской, с Китаем. Вообще небо и земля. Посмотрели машинку так. По большому счету даже больше символически. Поболтали. Езжайте. Вот она крепость. Древность.
если не ошибаюсь, в 1460 году построена. Duty free. Цены. Литровый 12,5. Финляндия 10,90 литровая. Вот из Томская сторона. Ну вот сними, давай я сниму, чтобы видно было, что крепость напротив крепости стоит. Вот наша крепость, речка Нарва и Эстонская крепость. И вот так они стреляли друг по другу через реку. Не надо, ничего. Все, мы подъезжаем. Мы прошли таможенный контроль. Но таможня осталась позади. Остановились на площади в Нара. Костя пошел менять денежку. Ну вот мы на эстонской земле. Ощущение, впечатление просто вау от таможни, от перехода по сравнению с Благовещенской таможней в Китай. Это просто небо и земля. Непонятно, за что берут такие деньги по сравнению с эстонской таможней. С российской, эстонской, вот за что берут за проход в Китай такие деньги, за ужасное отношение. Просто здесь все вежливо, культурно, быстро подъехали, нам открыли двери, мы ехали, нам андражировали капитально, мы думали, блин, ну представляете, автобус, вещи, все там, сколько там всего надо перевернуть, чтобы проверить вещи. Мы думаем, ну все, у нас сейчас час точно будут проверить. Подъехали, двери пооткрывали, посмотрели, быстренько печати. Куда едете, мы говорим, в Таллин, на сколько, на 2 дня. Печати поставили, счастливой дороги. Все очень вежливо, очень культурно. И внутри там, ну, сделано все классно, красиво. Мы довольны, мы довольны. Ничего, романтика. Мы довольны. Еще немаловажная деталь, что мы за проход через эстонскую границу не заплатили ни копейки. Ни за русскую, ни за эстонскую. Единственное, что мы заказали электронную очередь через компьютер еще дома на определенное время, чтобы не стоять в очереди вживую, потому что бывают очень большие очереди. Люди бывают до 5 часов стоят в живой очереди. Это связано с тем, что на эстонской границе 5 получается полос для пропуска, а на русской только 2. Из-за этого бывают очень большие очереди в сторону России. За эту очередь электронную мы заплатили всего 3 евро. Все. Больше нам ничего не стоил проход через таможню. Ну, а мы едем дальше, едем в Таллин. Mina Lalina emme ruukunne ruuvas vaas vanduus ette puri tantsu Messa liinat ma läät emme ruukunne ruuvas vaas vanduus ette puri tantsu Sulle rätti tuuma emme ruukunne ruuvas vaas vanduus ette puri tantsu Mulleski rätpään emme ruukunne ruuvas vaas vanduus ette puri tantsu Mina Lalina, emme ruukumme ruuvas, vaas vanduus, ette puri tantsu. Messä liina utsma läät, emme ruukumme ruuvas, vaas vanduus, ette puri tantsu. Sulle kleitti tuuma, emme ruukumme ruuvas, vaas vanduus, ette puri tantsu. Mulleski kleitselään, emme ruukumme ruuvas.
Не стали мы вчера заезжать в город, по ночи не крутиться по нему. Остановились на автостраде на такой парковке. Это, кстати, да, автострада, ограничение 110. Такая парковка. Ночью была заставлена вся машинами, и легковыми, и небольшими грузовичками. Что неприятно удивило, что нету ни одного мусорного бака и туалета. Хотя тут ночуют много машин народу. И паркинги эти очень редкие. Ну вот, какие есть. А мы сейчас выдвигаемся. Кстати, проезжали. Заканчивается экологический заповедник у них. Болото. Там прям целый национальный парк по болотам. Ну а мы сейчас выдвигаемся в Таллинн. Едем дальше. Стога сена сразу упаковывается в полиэтиленовые мешки. А это из елок ограждение. Подстриженные елки в качестве ограды. Дорога вот такая ровная. Она была и двухполосная, потом вот перешла в автостраду, но она все время была ровная. Едешь, по привычке ждешь, ну когда же стык какой-нибудь, стук там, неровность. Нету. 200 километров ни в населенных пунктах, ни по дороге ни одной неровности. Наш мозг пока не может к этому привыкнуть. Старый такой дом, да? Ух ты, красивый дом и тянул. Но это деревня. Обалдеть. Деревня, блин. Да это, наверное, частная территория. Какой-нибудь детский сад. Частный. Сад камней. Парк. Коттедж, обалдеть. В деревне. Домик. Thank you.
велодорожки везде-везде. Отсюда прямо до Таллина таблички были, велодорожка идет 30 километров, 34 километра отсюда. А вот она, ГАП, площадка, парковка. Дедушка с бабушкой приехали на машине, взяли пакетики, пошли грибы собирать. Елочки шикарные. Сейчас мои девчонки оденутся, пойдем смотреть водопад. Да поедем в Таллин. Вот так наше путешествие совпало. Сегодня туда приезжает Папа Римский. Но получится, если дай бог, запечатлеем вживую, живую эту икону католиков. А, вон там водопад, сейчас пойдем. Лавочки. Стрижено все. Ветер какой сегодня. Дальше отойду, сниму. Ехал в Перну, а попал к болгарам в Арну. Нам границы не помеха, если очень быстро ехать. Слышишь, Томас, жми на тормоз. Все эстонцы любят скорость. Видишь, 40 на радаре. Слишком ты горячий парень. Летом Томас ехал в Тарту и к зиме приехал в Ялту. Ехал он быстрее пули, просто поздно повернули. Слышишь, Томас, жми на тормоз. Все эстонцы любят скорость. Видишь, 40 на радаре. Слишком ты горячий парень. Месяц ехал в Таллин, а приехал был печален. Торопливый парень Томас, ты забыл, машина дома. Слышишь, Томас, жми на тормоз. Все эстонцы любят скорость. Видишь, 40 на радаре. Слишком ты горячий парень. Слышишь, Томас, жми на тормоз. Все эстонцы любят скорость. Видишь, 40 на радаре. О, совсем не европейские машины. Dodge
да Мустанг, с учетом того, что бензин в Эстонии стоит евро 38. Припарковались, знаков не было. Сейчас пойдем погуляем. О, у Зекота еще и старого дома получилось так. Отто Счет тут жил. Киски. Возле кисок мы припарковались. Мусоровоз сопровождает. Я не понял, это что было? Вон сцена там, но действительно, наверное, для Папы Римского. Сегодня приезжает сюда. Информационное табло. Какой автобус, через сколько подъедет, сколько времени сейчас. Много охраны, конечно, много полицейских в городе. Приезды Папы Римского. Подошел охрана. Эстонец, дяденька, спокойно по-русски говорит. Объяснил. Зай, в 4:30 начнется выступление. Так что у нас есть время погулять. Да ты че? Точно. Ну, думаешь, это свекла? Да. Ну, прикольно. Так что у нас есть денек погулять 4 часа. По центру, тут в принципе хватит, тут все вокруг, можно и посмотреть выступление потом. Хотели сходить в этот католический храм, зайти посмотреть, а он весь окружен спецслужбами, видать, Папа Римский там или ведет мессу, или будет вести. Старый город. Да, мы сейчас с другой стороны еще зайдем, посмотрим его и пойдем. Ну точно там сейчас папа ведет мессу, народ стоит, ждет, когда он выйдет. Автобусы ждут.